говорю. Так, ну все, вот вы только что проехали границу, и мы теперь в Финляндии. Мы въехали нормально, очень быстро. Оказалось, тут на самом деле действительно просто и беспроблемно это все. Просто замечательно. Просто быстро, беспроблемно. Вот на Лаперанту дорога оказалась проще, чем вот Тахтянка или Тахтяная, как она называется. Ну не скажешь, а он все спрашивал, куда едете, покажите. Да это нормально, покажите адреса. Из вежливости хотел человек пообщаться просто. Я ему показал карты Финляндии, в смысле кемпинги, которые распечатал. Он говорит, адрес этот. Я говорю, у нас GPS-навигатор, я сам не знаю. А, ну тогда ладно, говорит, нормально. И сейчас мы на Лаперанту держим путь. Все, мы границу пересекли. С чем вас и поздравляю. Все, конец лета. Давно мы здесь не были своим годом.